С такими деньгами можно апартаменты и попрестижнее, к примеру, в самом центре столицы. НАК «Нафтогаз» меняет локацию. Съезжает из старого офиса на Хмельницкого на Майдан Незалежності. Об этом идет речь в условиях тендера, размещенного на сервисе «Прозора». Стоимость аренды офиса при этом не уточняется, но, по данным риэлторов, аренда помещения на Крещатике стартует от 40 000 гривен за 100 квадратов.